Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и наш новый видеообзор. Палатки для зимней рыбалки от компании Стэк, города Екатеринбург. Палатка называется Стэк 2 Элит. Палатка двухместная, рассчитанная в принципе на двух человек, но комфортно, я так думаю, там будет себя чувствовать всего лишь один человек. Палатка выполнена из материала Оксфорд 200 ПУ, влагонепроницаемостью 2000. Пруток идет диаметром 8 мм, сплав B95T. Звезда алюминиевая. Сейчас мы посмотрим, как эта палатка у нас разбирается и в дальнейшем собирается. Палатка идет у нас в чехольчике, простенько, но достаточно удобно. Разворачиваем палатку. Находим вход. Палатка готова у нас к рыбалке. Молния у нас на палатке идет. Будет замковая, односторонняя. Юбка у серии Элит этого производителя намного шире, чем юбки у других производителя, она порядка 30 сантиметров. На ребрах, которых 6 у данной палатки, имеются кольца для оттяжек, также внизу петли для вертышей, которыми мы будем крепить палатку ко льду. У палатки есть окошко для вентиляции. И удобно изнутри пользоваться. Сейчас мы посмотрим эту палаточку изнутри. Вот. Как мы видим, в палатке есть один большой кармашек для мелочей. Вытяжка у нас на молнии открывается и закрывается. Звезда у нас алюминиевая. В принципе, в этой палатке больше ничего нету лишнего. Юбка, чехол, палатка, молния односторонняя, двухзамковая. У всех палаток, как видим, у нас вот есть шпиль такой. Вот. Сейчас покажу наглядно, как палатка у нас открывается, закрывается. В двух словах. Для того, чтобы сложить палатку, нам надо взяться за эти, за звезду и потянуть ее вниз. Таким образом мы сложим палатку. Чтобы разложить палатку, нам надо взяться за верхнюю звезду, а эту выдавливать из себя наружу. Главное приспособиться и не бояться. Вот и все, и вся палатка. Сейчас мы посмотрим, какая-то палатка у нас быстро и просто собирается. Во время сборки не забывайте сбрасывать материал с колен, чтобы во время транспортировки материал у нас не порвался на металлические части. Подтягиваем материал, чтобы удобнее было палатку собрать. И мы просто их заворачиваем. После чего многие сюда одевают простую пластиковую бутылку обрезанную, чтобы не порвать чехол. Это уже советы рыбаков, которые пользуются такими палатками уже долгие годы. И заменили не один чехол.
вся палатка. Палатка имеет механизм зонтичного типа. Компания-производитель Стэк, город Екатеринбург. Палатка называется Стэк 2 Элит. Интернет-магазин Тукэмп. Меня зовут Арсений. А, забыл совсем забыть. Размеры палатки между стенками 190 сантиметров. На по диагонали 225. Высота палатки 150 сантиметров. Снаружи, внутри где-то получается порядка 140. Интернет-магазин Тукэмп. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем!